Хей, йоу, гайс, с вами Шимки, и мы продолжим проходить игру под названием Howling Wing King. Короче, в прошлой серии мы получили копье Богомола, чтобы вот лазить вот по стенам. Мы открыли в город. Ну, дорога сразу же закрылась. И считай, что мы с вами в тупике. Так, вижу. Да ладно. Но если такие будут обычные, тогда я не против. Ага. Ага. Угу, класс, 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 класс. Кайф. А что это за огоньки после? А ладно, его. Неважно. А, хер, 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 хер. Я буду сразу бегать от этой херни. Ус, город какой-то. Херовый город. Мне копье нужно, слушай. Он не отхилился! А, подождите, это кажется... Город слез? Или что? Всё, минус. Поехали. Там было что-то. Поехали. Так, великие врата запечатаны. Никто не войдет, никто не выйдет. Ау, классно! Оказывается, мы с вами теперь в тупике, считайте. О, ты снова здесь? Перед наш, так, перед нами простирается столица, мой друг. Какое же это нынче безрадостное место, но в нем можно найти разгадки многих тайн. Меня тоже будто тянуло к этому месту. Теперь же, находясь тут, я ни о чем не хочу спускаться дальше. Не очень-то хочу спускаться дальше. Что же держит меня? Страх или что-то еще? Судя по всему, город встретился в стенах огромной пещеры, а дождь хлыща сквозь трещины наверху. Где-то там должно быть очень много воды. Что ж, если воды пещеры выстояла так долго, то и... То их и на нас хватит. Но дождь, кажется, и не думает прекращаться. Хотелось бы мне узнать, откуда она берется, перед тем, как покинуть королевство. Ведь там, наверное, потрясающий. Может, там обычное море, слушай. С такой высоты сквозь эту толщину дождя едва видно и обезображенные... стражники. Их оболочки до сих пор несут свой бесконечный караул. Я бы был с ними поаккуратнее, мой маленький друг. Их боевую подготовку захочешь, не забудешь. Непростые в этом городе недруги. Разве это не прекрасное место для отдыха? Мне так нравится, как дождь стучит по стеклу. По стеклу. Да-да. Прочное стеклышко. Ладно, отдохнули, можно спускаться вниз. Ладно. Там что-то есть, если сломалось? Да нет. Значит, показалось. Когда он сюда подойдет, я его буду пить. Буду быть.
Ай-яй-яй. Опасный дядя. Ага, это местные сундуки. Город слез. А, пипец им... Ему нужно нанести, слушайте. Блин. Да, да, много куда нужно, можно пойти. Давайте, короче, сюда зайду. Просто зайду. Просто там слишком сильные эти летающие твари. Ты меня не видел. До свидания. Купайся, купайся, не захлебнись, мой друг. А я там смотрю, там жуки большие, слушайте, лежат такие. О, слышу кузнеца. Слышу, как бьет где-то молот. Кузнец. Войти. Принес еще один гвоздь на заточку. Оставь его на земле и возвращайся позже, если, конечно, выживешь. О, прости, я принял тебя за кое-кого еще. Тебе нужен кузнец... Кузнец гвоздей, да? Ну вот он, я. Не очень люблю болтать, но если тебе нужно подлатать гвоздь, то ты по адресу. Гвоздей. Кузнец гвоздей. Твой гвоздь в... Так, в дальней... печальном состоянии, и он точно не моей работы. Но все же каждое оружие, даже такое запущенное, можно вернуть к жизни. Был бы навык сноровка. Если хочешь, я могу превратить твой гвоздь, он станет более смертоносным. Окей. Чунша. Как пожелаешь. Тогда я приму за работу. Вау. Вот, получай. Перековка завершена. Я заточил лезвие твоего гвоздя. Теперь он намного сильнее, чем был ранее. Иди, я пробую его на своих недругах. А я могу еще слушать? Ты все еще здесь? Хочешь что-нибудь еще? Если принесешь мне кусок бледной руды, я смогу перековать твой гвоздь и сделать его еще сильнее. Бледный, да? Мне аж интересно. Блин, давайте тогда еще эти читать, да, я думаю. Гвоздь, нажмите X. Ну, да, теперь он был тогда потрескан, и теперь более такой нормальный. Нормальный, нормальный. Так, давайте, ладно, прочтем, что у нас и что. Ползун тупой. Так, это мы читали. Это маленькая, но лютный охотник. Не боится нападать на жертв во много раз больше себя. Похвально. То есть, все, я понял. Раз больше себя, похвально. Только слабаку храбрости не поможет. Я таких горстями ел и не поперхнулся. Так, жужжалка это был. Так, топтун. Ползает по стенам и потолкам пещеры с помощью мелких острых клешней. Топ-топ-топ, топает. Тебе по подземным дорогам недалеко от поверхности горя не знает. Если нет лени, можно подождать, пока достает до тебя и убить. Ну, короче, не такой охотник. Так, этого не буду читать, потому что я его еще полностью не открыл. Молодняк Аспида. Только что рожденный молодняк, готовый инстинктивно летать на врага. Лететь на врага. Тяга к убийствам. Сейчас я бутылку беру, тут мешает. Тяга к убийству у этих малюток с рождения. Но пока они совсем крохи, так что ты легко перемелешь их жевалами. Только следи за тем, чтобы они не напали на тебя большей стаи.
Так, непрокаянный оболочка. Останки жука, возвращенные к жизни, таинственной силы, блуждая там, где однажды жил. Эти цивилизованные жуки Колонеста, как были дохляками при жизни, так после смерти ими и остались. Вот по этим заслугам пусть от тебя и получат. Рогатый воин. Так, оболочка стражника, это я читал. А не, подожди, оболочка стражника. Останки великих стражей Хэллоуинеста, возвращение в жизнь таинственной силой. Так, инстинктивно охраняет свой пост от чужаков. Эти жуки, так, больше и сильнее своих собратьев. По оружию все равно крадут с трупа поверхности врагов. Они даже не охотятся, а стоят на ровном месте, нападая на все, что проходит мимо. Этого я читал. Этих нужно еще пятерых убить. Бильдера. Сворачивается в клубок и несется на чужака, зашедшего на их территорию. Агрессивны с самого рождения. Молодые охотники обожают ловить этих тварей и катать их по земле. Взад вперед. Просто как веселее ради. Советую и тебе как-нибудь попробовать. Древний Бальдер. Огромный зверь, покрытый толстой броней, сворачивающий в клубок, защищается от атаки. С возвращением они толстеют. Так, с возрастом они толстеют, тяжелеют и уже не могут нормально кататься. А вместо этого сворачиваются в клубок и уходят в себя. Интересно, о чем они там в себе думают? Не бойся шальной юности. Так, еще двоих надо убить. Массивный мшистый громила. Целое семейство существ, которые начинают выживать под мхом и в форме одного массивного громилы. Толпой одной врага, конечно, одолеть проще, но если каждый из толпы сам по себе дохляк, то даже это не спасет. Не поддавайся на их уловки. Шестый рыцарь, защитник зеленых тропы, искусен в технике владения гвоздем и ракушкой. Эти воины любят притворяться горой мускулов, мягких сухих листьев, но бди. Они безжалостны и в бою, и всеми силами оберегают нечто сокрытое в недрах зеленой тропы. Так, Юма. Самая маленькая из медуз. Тихая и невинная, испускает опасный электрический разряд. Дух покойного предка, мозг некой твари побольше, вырвавшейся на свободу, яйцо, которое ищет, где бы ему вылупиться, понятия не имеет, что это такое. Ума. Так, мирность... Снаружи тварь, внутри которой таится крайне агрессивное взрывоопасное ядро. Противные жуки, жуткие твари из густой розового жела. Смотришь сквозь них, а чем они думают, не видишь. Не верю я им. Держись от них подальше. Шипогриб. Так. Недалекий ползущий гриб. Его шляпа покрыта шерстяными шипами. Ложись на брюхо, открываешься рот и... Смотришь, как эта аппетитная вкусняшка сама марширует тебе в желудок. Марширует. Спурника. Спаринка. Пассивный грибной шарик парит в воздухе за счет внутренних газов. Ребенок парит себе с закрытыми глазами и не ждет от жизни дурного. Когда я был юн, мы с братьями и сестрами охотились в гнезде друг на друга. А теперь я охочусь один. Спарун. Это два вида атаки. Грибочек. Молодой грибочек большую часть жизни сидит в земле, но при приближении опасности может резко сорваться с места и убежать. На вид обычный гриб, но если к нему подойти, он выскакивает из-под земли и начинает с писком носиться. Весьма-весьма потешным. Богомолий Отрок, член гордого племени, неустанного защищающего его территорию, атакует врага своим жалом, острым как игла. Так, вырастая, они теряют способность летать, да, мы часто поспеваем взрослением, но со временем понимаем, что оно нас чего-то лишает. Так, это два типа, да? Это крылатый у нас.
взрывники, и нужно еще один раз с ней сразиться. Так, я думаю, короче, лучше пойти по безопасному пути. Нет, я не ваншочу, я думал, я буду ваншотить. Не, я ваншочу, окей. Значит, теперь мне достаточно двух ударов. Он будет долго идти. Гелимся. Нет, эти все равно такие пожестче будут. Так, лады, что мы делаем? Мы поднимаемся наверх. Здесь я спускаюсь. О! Интересно, меня аж может, да, по идее, убить лифт? По идее, может. А проверять я этого не буду. Да, они быстрее сдыхают. Плик-плик. Плиск-плиск. Так, там что-то есть, там что-то есть, этот... Какая-то печать. Давай спускайся. Такая умная. Тихаря бьет меня, пока я подбираю предмет. Вам нравится втихаря, да, нападать? Варя. Так. Так, 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 так. А потом я сюда не поднимусь, да, или поднимусь. Так, там такое. Короче, у меня два пути, либо по верху, либо по низу. Пошел купаться. Так, механизм простой с замочной скважиной. Простой механизм, говорите. А не, я думал, босс. Снова с тобой драться? Пожалуйста, нет. Мы встретились снова, маленький призрак. Обычно я довольно догадлива, но тебе все еще же недооценивала. Но теперь я знаю правду. Твой взор простирается за пределы королевства, твоя неизгибаемая воля рождает из двух пустошь там. Ну и так, удивлена, что ты достиг сердца этого мира. И посему ты должен знать о жертве, что, что не дает ему погибнуть. Если ты все еще хочешь спасти Хелонес, найди могилу среди пепла и обрети отметину, чтобы дать, что дает она тебе подобным. А, я думал, я сейчас будет битва у нас. Я же такой, бля-ля-ля-ля. Не-не-не-не. Ну, как вы видите, повезло. Так, сундучок. Ага, вот так, да, значит? Вы вот так, значит, окей. Окей, окей. Если вы так, тогда я тоже так. Возвращаемся самый назад. До лифта.
Ждем лифт. Поднимаемся наверх. Все. Готово. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Надеюсь, не босс. Хотя, можно попробовать. А не, выпилится довольно быстро. Может, моя техника вот эта довольно сильная. Ну, шипы. Зараза. Ой, слышу Малола. Я слышу Малола. Чё, охерела? Копейщица. Где? Я слышу тебя, но я тебя не вижу. Я иду к тебе, не плачь. Браво! Браво! А, ща все будет. Воу! Вот черт, я подумал это... Я думаю, это оплачет малой какой-то. Фиг там. Малой. Ладно, посмотрим, что здесь было. Посмотреть. Тухлое яйцо. А я покупал за 60. Там шипы были. Ох, чёрт. Короче, вообще их лучше не трогать. Вообще. Так, ладно, отхилюсь. Поднимусь по-своему, все равно я тут быстро лазю. А я могу по этим стеклу лазить? Да, могу. Мне лавочка нужна. Ой, там. Там то, что мне нужно. Вперед. Здорово, привет. Вверх. О, картограф тут как раз есть. Так, нет, лавочку я видел где-то, значит... Вау! Всё. А, так мой взрыв... А, не, подождите. Когда я вот это делаю, споры появляются, наносят им урон. Так, тут где-то картограф я вижу. Мне нужен картограф, мне нужна лавочка.
Неплохая смена обстановки после всех тех запущенных естественных пещер. Не находишь? Согласен, даже... Так. Согласен, дождь придает всему этому оттенок грусти. Ну, архитектура города просто поражает. Рисовать карты этого места задача не из легких, хотя я уже почти закончил. Может быть, ты хочешь купить эту копию? Конечно, я куплю карту, ты что гонишь? Вон я сколько, смотрите, вон и лавочка моя любимая. Что это? Автомат для сбора платы с символом камейки. Автомат для сбора платы с символом скамейки. То есть у меня теперь две скамейки. Я заплатил 150 за скамейку. Эй, смотри, куда прешь, мокрица. Я не хочу, чтобы ты меня забрызгал. И без того, что меня стоит трудно великих так. Великих остаться здесь сухим. Я могучий зод, великий славный рыцарь. И если я хочу быть сухим, то так и будет. Так, поклинаю эту грустный город. Та вода, чуть-чуть, так, чудище валятся сверху. Не удивлен, что Королевская площадь в упадок. Пришла в упадок. Они тебе не... Они тебе уже встречались? Стражники, что до сих пор патрулируют улицы города даже после смерти. Ха, ничего хорошего в том, чтобы быть сверху меры преданным своему делу. Они тебе... Так, да, уже встречались. Босс? Я за то, чтобы здесь был босс, по сути. Нетки, зараза. Что за вот это камешек? Я не понимаю. Помахти мне, пожалуйста. Я понимаю, что там сверху будет этот чел. Так, осмотреть. Простой ключ, а я мог бы его купить за 900. Привет. Так. Ну, поехали наверх. Бум. Дневник странника. Ой, жужжат, ё-моё. Почему они такие колючие? Почему они такие колючие? Они очень колючие. О, ништяк. Карта обновлена. Я лучше бы за вот эти, блин, платил, чем за... Так, ладно, давайте тогда, я думаю... На этом закончим. В следующей серии мы пойдем там, где закрыто, и пойдем еще там, где была статуя. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.